Друзья, мы беседуем с членом жюри нашего конкурса, бренд-амбассадор Королевства Норвегии в России, супервайзер проектов Апогей Фекс, Руно Фест, Мистик Фэшн Вик, Элиас Регул. Элиас, вы уже не первый раз журите и не первый проект организовываете. Вот скажите, что вы ожидаете от нашего проекта? Что бы вам хотелось такого, может быть, необычного услышать сегодня? Вот почему вы согласились принять участие в жюри нашего проекта? Для меня очень лестно присутствовать здесь и сейчас на этом прекрасном событии «Шаг со звездой». Для меня это первый опыт. Я уже, да, был в коллегиях жюри, связанных с эстрадой, с, ну, как бы, нашим видением позиции по отношению к творческим людям. И я полагаю, что Москва, как столица России, очень ими славится. Здесь вижу очень много ярких личностей, прекрасные глаза, горящие, пылающие сердца, и это здорово. Мне кажется, что вот это главная такая вот, ну, как говорят в России, фишка любого мероприятия. Это просто бальзам на душу в наше время. Скажите, пожалуйста, вот откройте нам небольшой секрет. Вы отберете кого-нибудь из участников, которые участвуют в проекте, в какие-то, может быть, свои проекты на своей площадке? Да, у нас в декабре будет Mystic Fashion Fest. Там будет большой кластер для дизайнеров, моделей и артистов, прежде всего эстрады, в разных жанрах и стилях. И, конечно, я обязательно возьму на заметку наиболее отличившихся. Хотя, еще раз говорю, миссия арбитра в жюри, она немножко как бы и такая щекотливая, потому что хочется поощрить всех и выставить высшие баллы всем достойным. Вот. Но, как вы понимаете, жизнь вносит свои коррективы, и сам процесс жюрения, да, он очень деликатный. Вы можете взять только одного человека или двоих, или вы можете взять столько людей, сколько вам понравится? Последний вариант, третий. Ну что ж, давайте пожелаем успеха нашим участникам и до новых встреч на следующих проектах. Как говорят у нас в Норвегии, «Тючин так энганг телефорьян вельдик игрик вель». Тысяча благодарностей за ваш труд и этот волшебный магический вечер. Огромное спасибо.